Всем привет! Метатель в гостях у Берхантера. Арбалет за пол ляма. Ребятки, смотрите, что мне Берхантер прислал. Дум Армагеддон для метателя. Давайте посмотрим, что в этой подарочной упаковочке есть. Коробочки. Может, видели уже, может, нет. Но, а что обзор посмотреть? Я же все-таки метатель. Давайте начнем с наконечника для стрелы. Не для болта, для стрелы. Лобыси готова. Давайте посмотрим, что тут есть. Давайте, знаете, на чем сначала остановлюсь? Подарочная упаковка, арбалет пол ляма стоит. Это классный подарок для любого босса. Если коллектив скинется и подарит арбалет за пол ляма, босс останется доволен. Чем какую-то всякую хрень дарить, лучше вот бот подарить. И здесь написать не для метателя, а для какого-то босса. Для кого-то сами решайте. Теперь давайте посмотрим, что тут есть. Идем оператор. Короче, офигенный оптический прицел, коллиматорный прицел, не знаю для чего, конечно, здесь нужна оптика. Так, у меня тут на стуле стоит, сам главное, чтобы не грохнулась эта коробочка вся. Сам арбалетик, он разборный, в разборном виде доставляется, приклад перекрутить и будет готов. Но пока времени нету его собирать, в следующих видео, да может уже видели все равно. Ну, по крайней мере, я когда соберу, я вам покажу, как он стреляет. Покажи, ну, там куча стрел офигенных, фирменных, берхантеровских. Давайте аккуратненько все уложим. Вот так вот сюда. Потом, что у нас тут идет? Сошки. Офигенные, кстати, сошки. Опа. Потом у нас тут идет вот эта штука. Я не знаю, как она называется. Извини, Берхантер. Я даже ее устанавливать не буду. Потом вы увидите, почему. Короче, наконец арбалет прикручиваете, ногу туда вставляете и взводите арбалет. Он там 43 килограмма, я и вручную его взведу. Максимальная мощность у арбалета 43 килограмма. Я больше ставить не буду. Тем, кто на свой страх и риск захочет сделать его мощным, здесь есть плечи усиленные. И тогда все вот эти характеристики становятся явью. Он становится самым мощным арбалетом в своем классе. В среднем классе. То есть небольшой, не маленький, средненький арбалетик. Самый мощный в мире. Мне так кажется. Так, что у нас тут еще есть? Инструкция. Покажу, вот куча наконечников там есть. Ну, что я могу сказать? Классный арбалет для классного метателя. Что еще можно сказать? И классная коробочка. Классный подарок для любого босса. Я тоже так считаю. Если боссу подарить, если он мужик, конечно, то это, особенно если он еще охотник, подарить такой арбалет, это будет прям вообще суперски. Так, следите за обновлениями. Скоро я его соберу. В августе, скорее всего. Пока времени нету. Не знаю, когда это видео вообще выйдет. И подписывайтесь на канал Берхантер. Ну, на канал Метатель, конечно. Следим за обновлениями. Берхантеру спасибо за классный, приобретенный мною арбалетик. Классная вещь. Всем пока. До новых встреч.